Привет, ребят. Ну что ж, это весна, это уже не открытие весеннего охотничьего сезона, это скорее уже его закрытие, потому что до закрытия остается буквально несколько дней. До закрытия по Боровой, я имею в виду, потому что на утку еще в нашем регионе до конца апреля открыто, хотя толку от этого мало. Вот ездили с другом, с Михаилом, сегодня проверили разливы, есть там, есть речки, есть старицы, где можно вставить скрадок. Да, в принципе, соорудил я там этот скрадок, посмотрим, может быть, какой-то крайний самый день в закрытии получится посидеть с подсадной. Но, а сейчас я пришел традиционно на вот такую вот полянку, на свою любимую, вот такой вот закат на фоне уже. Время где-то, наверное, без 27 для охоты на вальшнапа, который у нас так и не полетел. К сожалению, весна у нас поздняя, да и открытие по югу получается. Первая суббота апреля, ребят, ну куда это годится? Первая суббота апреля, это вот еще хорошо, сейчас я показываю. Он начал сходить сантиметров 15, ну 10, ладно. А так было все 25-30 сантиметров на полях. Лишь только сейчас появились такие вот небольшие прогалины. Где-то там вот на полях такие только-только-только сегодня начали открываться. Здесь вот это традиционно, вот эта вот дорожка, она первая оттаивает. Ну, вот там под деревцами, под березничком, вот так вот. А так вот все вот эти сосенки, все вот это, когда уже я сидел здесь, опять же, с Мишей мы сидели, охотились в прошлом сезоне, здесь это все уже было открыто. И вчера мы ходили тоже пробовать охотиться на вальшнапа, но он не тянул, ребят. Поэтому сегодня хорошо, сегодня прямо, во-первых, в ночь была плюсовая температура, это первый раз, в принципе, у нас за всю вот эту весну, за весь апрель. И сейчас дует южный ветер, он такой ветер, ну, не сказать, что он сильный, но он есть. На небе вот такие вот, в общем-то, такие перистые облака, что предвещает, опять же, какую-то рваную погоду, возможно, какой-то дождичек ночью будет. Но пока с этим южным ветром, ребята, это просто теплынь. То есть вот, ну вот сегодня все шансы, чтобы он полетел, потому что остаются считанные дни до закрытия, ну хотя бы один. Ну, как обычно, я не буду загадывать, это просто красота, что просто сюда выбраться. А вот запаха весеннего, такого, как мы с вами любим, вот этого прелой травы с полей, пока еще я не чувствую. Хвоя из леса, да, хвоей, вот сосны, елки, вот это есть. А так пока не чувствую. Что-то полетело, а что это там полетело? Не, ну ты так, ну, вальшнап так не тянет, нет, ну что. Я думаю, где-то еще кто-то выстрелил, но я быстрее думаю, что это они с подсадной там где-то сидят. Там такая лужа небольшая. Один какой-нибудь, может, селезнёк туда подсел. Ну, дай-то бог мужикам ни пуха, ни пера. И, в принципе, и нам с вами ни пуха, ни пера. Будем просто любоваться природой, встречать весну. И я надеюсь встречать тягу вальшнапа. И Миша еще, да, еще один товарищ наш, друг Олежка, должен подъехать. Ну, если успеет. Я думаю, успеет, потому что если и пойдет, то... Ох ты, а там что, гусь, что ли, летит? Ёлки-моталки. Это гуси или кто это? Или журавли? Нет, это, ребят, журавли. Да. Пятерочка журавлей идет. А это очень хороший знак. Это вот она, весна. А значит, уже и гусик скоро у нас с вами подойдет. Все, я сейчас чайку уже попил. Чай хороший, как я люблю. Имбирь порезал, мед, ложка столовая, и лимон выдавил. И черный хороший листовой чай. Все это кипяточком, таким градусов 80. Во, вообще полезный, настоящий целебный чай. Вот таким я и буду сегодня развлекаться и любоваться, конечно, вот этим вот, ребята. Это просто потрясающе. Вот ради этого мы и ходим на охоту.
Вот они, красавцы. У меня путевочка, все. У меня все с собой. Путевочка, чай, ружье, вот чехольчик. Здравствуйте, Брань. Виделись. Как обстановка? Ты знаешь, журавлей видел, пятерочка прошла вот так вот. Я чибисов видел. В общем, не знаю, мужики, может быть, шансы есть какие-то. Сегодня вообще шикарный меч. Сема говорит, что нет, ну как обычно. Ну, конечно. Слушайте, я предлагаю вот туда вот хотя бы к тебе березку. Но это мы туда чуть попозже переместимся. Мы сейчас рассредоточимся. Потому что сейчас-то он, по идее, должен ближе к лесу, если... Первый, да. Тут коридор. Да, мотор вокруг леса на поле, они не пойдут. А, я тебя понял. Ну, потом сейчас потемнее станет, я тоже туда поближе приду. Я заметил всегда, вот когда еще светло более-менее, он ближе к опушке леса тянет, и вот либо оттуда идет, вот прям оттуда, либо вот этим коридором вот так вот, сколько лет уже здесь охочусь. А потом, когда темнеет, вот ближе, где ребята уже стоят, и туда вот можно в полянку. Месяц растущий, красота. Подзаволокло. Ага. Я тебе говорил. Вон он, далеко, далековато пошел. Вон он, пошел. Вот над тем березняком прошел, сюда не зашел. Сюда идет. Ушел. Ну вот это хоркал явно. Вон, на тебя, Олег, на тебя ровно идет. Над тобой идет. Ты его поздно заметил, что ли? Прям ровно над тобой прошел. Я уже так далековато стрелял в угон.
Идет. Где-то у Олега. Есть. Олег твой. От красавчика. Ну, с полем. Ну, это прям четко на тебя шел. Один выстрел, один трофей. Ну, я тебя поздравляю. Ну, с открытием, дорогой. Иди, я тебя расцелую. Ну, с полем, дружище. Спасибо. О, вот такой, ребята. Вот это я понимаю. Погода, ребят, вносит свои коррективы. Это апрель, это межсезонье. Сегодня вот идет, весь день идет дождь. Сейчас он так немножко подстих, такой идет моросящий дождик, небо все, ну, нет, ну, даже какие-то облака, вот я вижу, облака есть, да. То это хороший знак, и, возможно, завтра попробуем все-таки мы на утке посидеть, и он закончится, но это природа. Такой туман стоит, прям стоит на этой полянке туман. Я, естественно, пришел пораньше, хотя подозреваю, что, возможно, сегодня и тяга будет раньше, чем вчера. Вчера она началась без 28 примерно вечера. Ну, сейчас вот 7. Сейчас 7 вечера. Ну, посмотрим. Может быть, он пораньше потянет. И парни сейчас подтянутся попозже, потому что, говорит, под дождем сидеть удовольствие не из приятных. Тем не менее, в такую погоду мелкий дождик, абсолютный штиль, ветра нет. Ну, есть такое мнение, бытует, что тянет он лучше. Посмотрим. Я вот честно вам скажу, по опыту я разницы особо не замечал. Лучше он тянет. То, что он тянет, да, насколько лучше, больше он или раньше тянет, это я вам, ребят, не могу вот со всей твердостью утверждать. Это природа, наблюдаем. Птички запели какие-то, а когда птицы в дождь, в такой, который идет целый день, начинают петь, это говорит о том, что это совсем не о том, что погода улучшится, а скорее наоборот, что это затяжное все вот это вот хозяйство. Но у нас завтра крайний день вообще здесь сезона, поэтому дальше уже поеду я потом с Серегой туда, с ребятами на север, поэтому там уже будем открываться и смотреть, что там. Но там край суровый, и с погодой тоже может и снег быть, и все что угодно. Ну, в общем, ждем, ребят, как сегодня день пойдет. Парни подойдут. Вчера у нас Олежка отличился. Молодец, дружище, с полем его. Ну, вот там он взял вальшнепа. Я опять же здесь, вот пока здесь у этой вот ивы, она мне уже полюбилась. И с этой ивой я с ней уже прошел. Слушайте, она намного, вообще-то она выросла. Да, она была с годами-то как, да? Она же намного ниже была. Вот эти ветки, вот я еще тут снимал где-то на камеру, я помню. И сосна вот эта побольше стала. Природа, все потихоньку, все растет, все развивается. Так что вот возле этой ивы растущей я здесь пока. А потом дальше буду туда смещаться, на те полянки. Ну, уже появились прям такие хорошие прогалины. И этот дождь, конечно, снег значительно растопит. Однако, сколько я тут охочусь. Вот это всегда было открыто уже там даже под конец. И даже в прошлом году по югу вот так вот. Здесь уже было прям, ну, открытая вот трава. А сейчас вот так вот. То есть, опять же, в этом году с тетеревами в пролете, к сожалению. Ну, вот так не получается уже второй год. Ладно, будем сидеть под дождем, пить чай, мокнуть, ждать эту тягу и не пуха нам.
Да, на небе даже облачка появились. Что говорит о том, что распогаживается, да? Но при таком штиле туман стелится прям, испарение. О! Вот он. О! Подранок. Вот он, ребята, подранок. Какой подранок, хорошо упал. Вот он, красавчик. Мой первый. Небольшой, но сбил его вообще-то далековато. Ну, вот так вот, ребят. Добил. Ребята, все втроем стреляли. Ну, все. Я говорю, тяга началась минут на 20 раньше. Он, ну, пошел уже, да, в грудь, видишь. Угу. О, красавец. Ну, с полем, ребят. Давайте, стоим. Раньше, да, Миш, минут на 20? Да нет, почему? Как сейчас раз. Сколько? Глянь. Восьмого. Полвосьмого, вот, а вчера без 20. Ровно. А, полвосьмого. Ну, значит, по расписанию. Вот он, красавчик. Ну, первый. Миха сместился. Да-да. Не, он вон над опушкой леса идет. Есть. Есть. Прям ровно на меня шел. Ух ты, крови-то. Все, все, все. Ой, ребята. Ой, маленький такой, ё-моё. Маленький такой. Жалко.
Ой, ребята, второй. Красота. Я ему в глаз, что ли, попал. Вообще кровь, да. Похоже, в глаз попал. Я ему в глаз, похоже, попал. Ух ты, и небольшой такой. Видно, прям спортивный. Ну, ребята, вот это охота. Идет! Идет, Олег! Слева от тебя, Миш. Идет, идет. Где-то. Вот он. Есть. Подывку упал. Готов, да? О, это покрупнее. Слушай, ну давай. Красавчик, да. Вот это охота. Надо же. Нет, нет, да вот. То пусто, то густо. Ну, красота. В общем, отработал я свои промахи первый день. Вот это охота сегодня. Под таким вот дождем. То есть, ну, в принципе, тянуть он стал пораньше и закончится. Ребята, конечно, еще стоят. Олег вчера одного взял. Мишка еще пока по нулям. Завтра крайний день вообще. Идет дождик, не прекращаясь. Сейчас даже усилился. Но это прям... Это вообще вот с полем, ребят. Красота просто. Вчера он тянул позже. Видишь, у меня кроме вот первого, то, что я стрелял, у меня даже нет. Сегодня вообще не было. У меня нет. Ну, он у тебя там проходил, но за березами где-то. Проходил то, что я отпустил его даже стрелять. Не, ну подожди, первый, который... Нет, первый, имею в виду, да.